Прекрасно, всем привет. С вами канал Артмания. Гуляю. Свекровь приехала, подменила меня. И всю неделю мы с вами будем гулять. Приехали с вами весьма поздно сегодня. Всем привет, с вами канал Артмания. Посмотрим, народ тут. Ой, жара, плюс 35 у нас. Сейчас посмотрим, какие магазины у нас работают. Планирую сегодня купить что-нибудь побольше. Спортмастер, сейчас мы через него пойдем. Еще придется, наверное, в маске ходить.
Так, купили мы пиццу. Она такая же, как вчера. Смотри, какая. Класс. А запах? А запах какой? Горячий. Запах, да. Запах пиццы. Чувствуете, какой запах? Какой аромат. Пицца, помидорка здесь, колбаска, бекон. Как она называется? Мясная называется. Стоит 320 рублей. Они, кстати, по весу там 500 с чем-то. Ну, придется всех разные, наверное, мне кажется. Пицца-шоп. Доставка. Ну, кто в Самаре живет, те будут знать, где продается. Да, на тонком тесте. Они, по-моему, считаются итальянские. Как раз. Тонко-тонко-тонко. Класс. На тонком тесте прям классно. Самое то пицца. Не как там на толстом, как бутерброд. Ну, с той стороны они классно выглядят тоже. Ты говоришь, да. Не подгорелые, да. Вкусные. Там даже зелененькое. Что-то. И корочка. И круглая. Она ровненькая, кругленькая. Ням-ням. Пожелайте нам приятного аппетита. Смотрите, там видно Волгу. Там набережную видно. Представляете? Облака. Днем покажу вам. Там классно. Сейчас поближе. Видите? Вот она, Волга. Там Жигулевские горы, видать, класс вообще. Здесь прям дом напротив. Видно. Ну ладно, в окна нельзя снимать. Не буду снимать в окна. Там что-то фонариков очень-очень много. Видимо, наверное, это зеркало. Какая красота, да? Закат такой. Завтра днем вам покажу, будет классно. Уже через секунду.